Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами на занятии слепим букет из подсолнухов. За основу мы с вами возьмем небольшой листок картона, чтобы на нем расположить 3 цветка. И начнем мы с вами с серединки цветочка. В отличие от многих других цветов, у подсолнухов серединка черная или темно-коричневая, потому что в серединке у них находятся подсолнечные семечки, которые мы с вами любим кушать. Оторвем небольшое количество темного пластилина, совсем маленький кусочек, и скатаем его в шарик. Шарик расплющим между пальцами, вот так. Получается лепешка. Эту лепешку мы с вами прикрепляем на нашу картонку. Приложите лепешку чуть выше середины листка и слегка придавите пальцем, вот так. Ну что ж, серединка готова, теперь приступим к лепесткам. Лепестки у подсолнуха ярко-желтого цвета, и мы с вами возьмем такой же пластилин. Берем небольшое количество и раскатываем в шарик. Шарик катаем в колбаску. И пальцами заостряем один конец. Вот так. Теперь расплющиваем. Получается вот такая капелька. Это будет первый лепесток. Таких лепестков нам нужно сделать для цветочка много. Как правило, к одному цветочку умещается 6, 7, 8 больших лепестков. Вновь отрываем небольшое количество пластилина и раскатываем в колбаску. Формируем острый край и плющим. Лепесток готов. Проделываем то же самое с остатком пластилина. Ну что ж, все наши лепестки готовы, теперь будем их приклеивать к нашей картонке. Берем один лепесток и округлой стороной прикладываем к серединке. Слегка придавите лепесток, чтобы он не отвалился от нашей картины. Точно так же все остальные лепестки тоже прикладываем. Вы можете немножко изогнуть кончик лепестка, чтобы они смотрели в разные стороны. Придавливая лепесток, старайтесь слишком сильно его не расплющить, чтобы картинка получилась объемной. Ну что ж, первый ряд лепестков у нас с вами готов. Теперь приступим ко второму, чтобы цветок выглядел пышнее. Сделаем второй ряд из оранжевого пластилина. Так цветок еще будет и разноцветный. Если у вас нет оранжевого пластилина, то можете продолжить делать второй ряд из желтого. Второй ряд лепестков будет намного меньше, чем первый, поэтому и пластилина мы берем тоже меньше. Отрываем совсем небольшое количество и раскатываем в колбаску. Заостряем один кончик и плющим между пальцами. Капелька готова. Прикрепляем ее к нашему цветочку между двух больших лепестков. Вот так. Старайтесь приложить капельку вплотную к большим лепесткам. Делаем следующие лепестки. Отрываем небольшое количество. Раскатываем в шарик. Затем в колбаску. Поскольку шарики очень маленькие, то сначала можно расплющить его, а потом уже формировать в капельку. Вот так. Так будет намного удобнее. Наши маленькие лепестки готовы, теперь прикладываем их между больших и придавливаем.
Поскольку лепестки очень маленькие, я буду использовать в помощь стек. С помощью него я буду и придавливать лепестки, и подцеплять их. Вот так. Ну что ж, все лепестки у первого цветка на месте. Теперь с помощью стека придадим им небольшую фактуру. На каждом лепестке сделаем небольшие надрезы. Вот такие. Они должны быть длинные, непрерывные. Стек держите ровно и не отрывайте от лепестка, пока что не дойдете от начала до края. То же самое проделываем с каждым лепестком. Теперь лепестки готовы, но осталось сделать семечки в серединке. Обратной стороной стека делаем небольшие углубления, вот такие. Так мы с вами покажем, что это подсолнух и что у него внутри семечки. Старайтесь делать углубления плотно друг к другу, чтобы не оставалось много пустого пространства. Наш первый цветок готов. Теперь перейдем к следующим двум. Вновь возьмем немного темного пластилина, коричневого или черного. Отрываем кусочек чуть поменьше, чем мы брали для первого цветка. Раскатываем пластилин в шарик и плющим его между пальцев. Прикрепляем серединку на картонку. Не забудьте хорошо ее придавить, чтобы она у нас не отвалилась. И вновь переходим к лепесткам. У второго цветочка я сделаю большие лепесточки оранжевого цвета, а маленькие наоборот желтого. Отрываю небольшое количество пластилина, скатываю шарик, колбаску, заостряю кончик и плющу. Первый лепесток готов. Приклеим лепесток к серединке, чтобы проверить, подходит ли он по размеру. Прикладываем и придавливаем. Да, лепесток подходит, значит остальные делаем такого же размера. Отрываем небольшое количество пластилина, раскатываем его в колбаску и можно сначала расплющить, а потом заострить. Или сначала заострить, а потом расплющить, как вам будет удобно. Большие лепестки готовы. Самое время прикрепить их к нашей картинке. Прикладываем лепесток вплотную, вот так, и аккуратно придавливаем. Если лепестки немного выходят за край картины, ничего страшного, так она получится еще объемнее и еще реалистичней.
Большие лепестки готовы. Маленькие я буду делать из желтого пластилина. Отщепляю совсем маленький кусочек, раскатываю его в шарик, потом в колбаску, плющу между пальцев и заостряю один кончик. Прикрепляю лепесток между больших оранжевых и хорошенько его придавливаю. И делаем остальные лепестки точно такого же размера. Отщепляем небольшое количество, раскатываем в шарик, потом в колбаску, плющим и заостряем. Все маленькие лепестки готовы. Теперь берем и прикрепляем их между большими оранжевыми. Прикладываем прям вплотную и аккуратно придавливаем. Второй цветок почти закончен. Теперь с помощью стека сделаем фактуру. На каждом лепестке делаем небольшие насечки. И обратной стороной стека на серединке делаем небольшие выемки, чтобы было похоже на семечки. Ну что ж, второй цветок готов. Теперь приступим к третьему. Опять же берем небольшое количество темного пластилина. Скатываем его в шарик и плющим между пальцев. Прикрепляем лепешку на палетку. И начинаем делать нашему третьему цветку лепестки. Третьему цветку я сделаю лепестки большие желтого цвета, а маленькие оранжевого, так же, как и у первого цветка. Отщепляю небольшое количество, скатываю в шарик и раскатываю в колбаску. Колбаску я плющу и с помощью пальцев заостряю один конец. Получилась капелька. Приложим ее и проверим размер. Отлично, как раз помещается. Значит, и остальные делаем точно такие же.
Прикрепляем большие лепестки вплотную друг к другу вокруг серединки. Большие лепестки готовы. Теперь перейдем к маленьким, оранжевого цвета. Отщепляем совсем небольшое количество, скатываем в шарик. Шарик раскатываем в колбаску. Плющим и пальцами придаем форму капельки. Вот так. Проверяем, подходит ли по размеру. Прикладываем между больших и придавливаем. Отлично, остальные делаем точно такие же. Лепестки готовы, теперь прикрепляем их между большими. Прикладываем лепесток и хорошенько его придавливаем. Все лепестки на месте, теперь с помощью стека сделаем небольшие насечки на каждом лепестке. Обратной стороной стека сделаем небольшие выемки в серединке, похожие на семечки. Ну что ж, наши подсолнухи готовы. Теперь сделаем им стебли и листья. Для этого возьмем зеленый пластилин. Сначала сделаем стебли. Оторвем небольшое количество пластилина и раскатаем его в длинную тонкую колбаску. Старайтесь раскатывать колбаску равномерно, чтобы и по краям, и посередине она была одной толщины. Прикрепляем стебелек сначала к большому подсолнуху, прикладываем его и придавливаем по всей длине. Если остался лишний краешек, то можно его отрезать с помощью стека. Или попросту оторвать. Теперь сделаем еще два стебля. Отрываем небольшое количество зеленого пластилина и раскатываем его в колбаску. Прикрепляем стебелек ко второму цветку и хорошенько придавливаем его.
И теперь последний стебелек. Отрываем небольшое количество пластилина и опять же раскатываем его в колбаску. Прикрепляем колбаску к последнему цветку и хорошенько ее придавливаем. Вот, стебли готовы. Осталось сделать небольшие листочки. Берем опять же зеленый пластилин, отрываем небольшой кусочек и скатываем его сначала в шарик, а затем в колбаску толстую. Плющим колбаску пальцами и с одного края формируем острый кончик. Вот так. Получился вот такой листочек. Прикрепляем его к первому цветочку и хорошенько придавливаем. Сделаем точно так же еще два листочка для большого цветка и цветка поменьше. Теперь давайте с помощью стека сделаем небольшую резьбу на каждом листочке. Сначала проводим длинную линию вдоль. А теперь маленькие черточки от края к линии с каждой стороны. То же самое проделываем с остальными листьями. Проводим линию, а затем маленькие черточки. И последний лист. Ну что ж, наш красивый букет готов. И на этом наше занятие подошло к концу. До свидания, ребята!